По информации Амурского ЦГМС, 26 апреля на территории Амурской области ожидается ухудшение погодных условий. Усиление ветра в порывах 15-20 метров в секунду. На территории отдельных районов сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В этот период прогнозируется нарушение в работе объектов энергетики, транспортной инфраструктуры, ухудшение лесопожарной обстановки. Главное управление МЧС России по Амурской области рекомендует гостям и жителям Амурской области отказаться от дальних поездок и соблюдать меры безопасности. При возникновении нештатных ситуаций обращаться по телефонам экстренных оперативных служб 101 и 112.